Драчун пришел наш. Костики ему, костики потом дашь. Мальчишки нервотрепа. Все, мы начинаем. Начинаем видео. Ладно, все. Ладно, это очень вкусно, да, реально. Да. Необыкновенно, да? Эмиль сказал, что необыкновенное объедение. Карачок он почти съел уже. Он сказал, что и картошка вкусная. Все, все, не буду кушать. Вот эти вот он сказал, какие-то тоже объедение. Угу. Штуки. Что это такое? Ну, мне попал. Че? Что-то из мелкого попал в нос. А. Ну давай на паузу поставлю. Нет, я только что включил. Не сниму. Не торопись, кушай, кушай. Нос нарвать будет. Короче, видео такое будет, я не буду говорить. А? Видео такое будет, я не буду говорить. Да. Ой, ладно. Прохладно. Надо окно открыть, наверное. Не надо болтать, а когда жар... ешь. Все, ладно. Ешь, прям аппетит. Вот такие вот гренчики я поджарила. Вкусные, вкусные. А я стандартный. Че? А вам надо, что задают или нет? Надо. На дом задают? Нет, пока ничего, ничего. А учебники все целы тоже? Да. Так, с себя сегодня разборка, да, счетчик, ага, чтобы можно было подойти. И дров. А с меня вода, ты искупаешься. С тебя еще искупаться мне. А, кажется, кстати, новый а стиль. А с меня еще, да, постирать, да, носки тебе и прочее. Ой. Нравится, да? Конечно. Очень. Ладно, приятного отдыха, научная, а потом хорошей научная работы. Фантастика. Поработаешь, отдых, работаешь, потом разбираешь дровишки, немножко на кожу дров, я таскаю воду, купаешься. Вот он, этот, на Самсона, который похож. Просто он тут так, ну... На Самсона похож? Да, который в этом... В Библии? Да, этот же артист снимается. Это не этот же, по-моему. Этот же. А тогда его там что, загримировали? Да, гримировали. А я вчера смотрел с Кевином Костнером. Я помешана на Кевине Костнере. Ну, мне нравится актер Кевин Костнер. Я не скажу, что я там... Уж прям, ну, в хороший фильм. Он талантливый актер. Нет слов. Значит, вот эти штуки очень вкусные. Нормальная озвучка, да ладно, это редко найти серию с нормальной озвучкой. Очень вкусно, попробуй. Чем я их угрызу не издеваюсь? Mm-hmm. Я такие не смогу съесть. Да, неплохо хочу. Нормально. Приготовились маленько. Бывает. Сейчас тебе косточки достаточно, не переживай. Большое количество. А ты крачочка. Неплохо живем-то. Да нормально все. Так, ну ладно. Типос. Типос, ты вот. Я даже записал. Типоз. Пипос ты написал. Пипос, нет, типос, там просто так соединилось, я написал. Я записал его клику. Типос. Он типос, потому что нахуй типос. Нахуй такая морда. И плохо его мучить. Надо ему купить Эмиля, как и от Бога, обязательно. Угу. И этот, как его, во что бы ни стал. Топором очень легко крутить. Он для меня лег очень. Не надо, то можно по ноге накрутить. Ничего. Это я просто в тот раз сил не было, я выронил. А так я не выронил, я еще быстрее могу. Рука уже на это, кисть растренирована. Не надо. Я не люблю все это. Я умоляю, не надо. Что ж такое-то? Ох. Ладно. Приятного аппетита, аппетита, аппетита. Не пузо бы. Пуз какой-то ешь, нормально. Сейчас протрясешь, сейчас будешь покушаешь, отдохнешь пару часиков. 2 часа хватит отдохнуть? Да. Вот. Потом часика два это, дров поколешь.
разберешь дорогу к счетчику, 2 часа поработаешь. Эй, не надо кабель! Потом опять отдохнешь часочек, а потом, это, я тебе растоплю печку, согрею воды, ты накупаешься. Угу. Вот и день прошел, а потом фильм какой-нибудь посмотришь. А потом типа позу лайки. А позу потом охладить? Угу. Ну ладно. Так, ну все, всем пока. Поехали дальше. А и кто такой, как его, Джо Флэниган? Джо Флэниган? Да, в главных ролях. А, в главных ролях. А это сейчас вот, которого показывают. Ну, тоже главный будет, там потом через 2 серии его... Кристофер Ламберт или как его? Подожди, как его зовут? Так. А, Джейсон Мамоа. Джейсон Мамоа, блин, интересная фамилия. Вот этот, горилла этот. Самсон? Самса. Ну все, ладно, всем добра. Дуэт. Все, пока.